Вы сегодня побывали на индивидуальном занятии в Центре эстетической психологии ВИТА у меня, Ирины Клементьевой. Расскажите о ваших впечатлениях сегодня. Ну, сегодня я пришла уже второй раз на мастер-класс. Первый мастер-класс был тогда, когда мы рисовали пионы. Мне очень понравилось, но теперь я захотела нарисовать картину, которую выберу сама. И это получилось очень интересно. Еще больше мы отработали техники, с которыми я познакомилась на прошлом занятии, так как я далека от живописи, я уже заговорила. Но сегодня все получилось, мне кажется, намного лучше, потому что все-таки повторение.